Стандартные и традиционно Дмитрия Сазонова. Ну и оппонент Али Дюсенова, Василий Пюрко, ученик готов. Рамона Резника. Я лично его знаю и помню этого парня. Мне доводилось проводить мастер-класс как раз в городе Благовещенске. И я помню, что вот Василий Пюрко присутствовал на этом мастер-классе. Очень такой, знаете, внимательный парень, очень концентрированный на работе, на своем совершенствовании, на обучении. И я думаю, что Василий будет иметь очень большие перспективы, если не сделает таких серьезных и стратегических ошибок по ходу развития своей карьеры. Сейчас, посмотрите, он вроде бы попал очень жестко с левой ноги Али Дюсенову. Но сам же себя опрокинул. Завел очень неудобное положение. Высокий Василий Пюрко. Сейчас попадает очень жестко и точно действует. Великолепно Василий Пюрко снизу. Как он отработал в ударной технике, вот мы сейчас видим. Радость его команды. И радость его тренера Романа Резника. У них, знаете, благовещенская такая семья. Все очень знаете, спортивная семья. Очень все душевно, так и глубоко духовно в том числе. Отношения прекрасные у всех. Все, вы знаете, выстроенные правила и дисциплина Романа Резника говорит о том, что все знают, кто старший. Все очень правильно общаются. Роман так выстроил отношения с своими учениками, что своему старшему и прекрасному тренеру, сенсею Роману Резнику они относятся. Ну вот он результат. Василий Пюрко нокаутом. Александр сейчас паузу поймал, уточнял. Александр Загурский забыл, из какого города. Он как раз как будто услышал меня.